Я хочу сказать, что вы поработали на славу. Мы даже не ожидали, что столько будет работ выставлено на конкурс. И из них отобрали, как говорится, самые лучшие. И сегодня вы узнаете, кто же стал победителем и сколько этих победителей. Поприветствовать всех вас и поблагодарить. Я считаю, что философия триады – это любовь, семья и общество, которые участники конкурса в результате вот марафона, так сказать, подошли к финишной прямой, имманентно вообще присущей молодежи. Это семья, любовь, вернее, семья и общество. Властные структуры, на мой взгляд, и правящая партия Нур Отан всемирно будут поддерживать этот проект. Готовится Сергей Дьячков. Лауреат Тимур Аспан.